Лекция – это не обязательно нудный голос профессора и здоровый сон. Мы убедились в этом в кинотеатре «35 мм» на один вечер, превратившемся в лекторий специально для лос-анджелесского художника, иллюстратора и мультипликатора Гэри Бейсмента. Я оказался абсолютно, абсолютно открытым, не знаю, честным, интересным собеседником, и он понимает все очень правильно. Кроме того, что он понимает, он еще какую-то собственную перспективу, да, прикладывает к тому, что, что есть. И лично для меня это очень позитивный опыт, который заставляет задуматься. Думы о вечной теоретике несочетаемости коммерческого успеха и творческой независимости Гэри развеял своей непосредственностью. Автор, иллюстрации которого красовались во всех ведущих американских журналах, а работы входят в состав постоянных коллекций Национальной портретной галереи в Вашингтоне и Музея современных искусств в Риме, оказался, что называется, своим парнем. Он искрометно шутил, фотографировал девушек и рассказывал, как рождаются герои его работ. Кроме того, Гэри является папулей несметного числа столь любимых многими виниловых кукол. Мои куколки рождаются из картин. В целом, я вижу игрушку как скульптуру для всех. Это настольные предметы, и пусть число их ограничено, но это предметы искусства. Это искусство для каждого. А пока автор рисует для нас своего героя по имени Шушу с лубочным колоритом в виде куполка, мы расскажем вам о его 5 жизненных принципах. Первый – создавать нужное и важное искусство. Второй принцип – получать удовольствие от творчества. Третий – вдохновлять и помогать окружающим. Принцип номер 4 – всегда расти и всегда рисковать. И, наконец… Номер 5 – это отличный секс. Спасибо, учитель.